Поехал я в сельсовет документы оформлять. Ну, дорожка тут вообще знатная. Вот посмотрите, какая дорога. О, обалденная. Такие дороги у нас тут. А я смотрю, что-то никто тут и не ездит-то. На трассе вообще ни одной машины. Вообще ни одной. Они просто где-то вокруг по грунтовой ездят. То есть представляете, какие у нас трассы, да, что людям приходится по грунтовой дороге, просто вот по полю накатанной, где-то вот там слева идет, ну, машины уже все ушли. Смотри, какие дороги, а. Ой, какая красота. Прям едешь, едешь и наслаждаешься. По-моему, ко мне в деревню вот нету. Нету дороги, и слава богу, что ее там нету. Ровнее будет. Вот обратно поехал по грунтовой дороге. Вон та трасса, которую я снимал. Вот я отъехал уже на пути в деревню к себе. Ну, посмотрите, какая тишина, красота. Везде леса. Ты смотришь, везде лес. Классно, я тут отдыхаю. Воздух, конечно. Воздух обалденный. Ну и отъехал-то я всего, наверное, километра 3 пока без дороги. Ну вот домик, видите, какое состояние сейчас. Раньше все, конечно, хорошо было. Есть тут ухоженных, но совсем мало. Вот домик. Там вот двухэтажный еще. Ну, это нормально. Остальные сейчас вот посмотрим. Пока по пути. Видите, как шикарненько. Шикарненько все. Вот тоже сейчас будет шикарный дом. Ну, смотрите, какой. Ой-ой-ой-ой. Ну, вот тут, кстати, новые стали соседи заселяться, видите, даже с окошечками сделали. Одна половина, вторая развалилась уже. Вторая. Так, ну вот наши соседи, не знаю, наверное, никто не живет. Раньше, конечно, все ухожено было. Ну и вот отсюда уже пошла моя территория. Ничего нету, все тут, дом сгорел. Сейчас пойду посмотрю, померю фундамент. Ну вот тут было начало, вход тут был. Вот тут фундамент у меня остался от домика. Домик порядка, наверное, квадратов 80 был. С верандой где-то 110. То есть вот-вот дерево у соседей. Вот там вот. Вон забор. Вот это наше. И идет это. Все, вот видите, вот эта пахота уже не наша, но вот это вот все картошкой было засажено. Я говорю, вот это шло вот до тех, почти вот до того леска. Вот метров 30 от него. И вот это вот все угодье. Ну, мне, конечно, незачем столько. Ну, от фундамента нифига тут не осталось. А вообще хочу я пчелок завести. Вот это вот как раз амшанник у нас был. Тоже, конечно, все обрушилось. А пчелки у нас вот здесь стояли. Тут как раз яблоньки насажены. Сливы всякие были. Все тут как ветрозащита у нас как раз была. Ну вот сюда вот и надо. Наверное, улики ставить. Тут какой-то забор делать. С крышей, чтобы никто ничего не украл. Вот такие планы. Не знаю, как, конечно, все это получится. Потому что без денег сейчас нифига не сделать. Живем мы что-то лучше. Лучше не живем пока. Но будем надеяться на лучшее.